Растолстевшая любовница Виторгана настрадалась от буллинга. Накануне в своем инстаграм 30-летняя Нино затеяла интересную игру, которую назвала «Ты говоришь, я показываю». И показала, и рассказала немало интересного. Например, когда у Нино Нинидзе поинтересовались, какой у нее рост, она ответила 176 сантиметров. Любимым актером назвала Юрия Чурсина, любимой актрисой, после мамы, знаменитой небесной ласточки и Нинидзе, Викторию Исакову. На вопрос, как вы занимаетесь спортом, написала, в основном, пилатес, это система упражнений на растяжку мышц и улучшение дыхательной системы. Также заметила, что ботоксом или чем-то подобным не пользуется. И даже повелась на провокационную просьбу выложить фото в максимальном для нее весе. «Мне 22, 74 килограмма», подписала она собственный снимок в купальнике в этом прекрасном возрасте. В одном из интервью Нино признавалась, что с юности привыкла противостоять колючему общественному мнению. «В школе я подвергалась буллингу. В какой-то момент мне казалось, что все, я не справлюсь. Повзрослев, поняла, что люди так поступают, говорят лишь от своей слабости. Это их способ защититься от чужеродного, это единственный для них способ задеть».